На 20% больше омских студентов по сравнению с 2013 годом меняют место учебы после первого года обучения. Сегодня данные назвали представители отдела и центра профориентации. Причина – несерьезный подход к будущей специальности. Помочь ребенку правильно выбрать профессию могут родители. Главное, подчеркивают специалисты, не давить на чада, а учитывать его способности и потребности рынка в кадрах. Типичные ошибки родителей. Родители очень часто пытаются те нереализованные амбиции, которые были у них, и у них не получилось чего-то достичь, как бы реализовать своих детей. Самая главная все-таки задача профориентации – сформировать внутреннюю готовность, чтобы ребенок, у него могут открыться и новые интересы, чтобы мир не стоит на месте, чтобы у него внутренняя готовность к этому выбору профессии к старшим классам была сформирована. И рынок профессии сумасшедшим скоростью меняется, просто катастрофически быстро. Биотехнологии, в любой профессии включается знание английского, знание коммуникативных навыков, аналитика везде, где раньше была рутина, сейчас это все делают автомат, я уж не говорю про компьютерные вещи и так далее. Это становится азбукой. И, соответственно, вот на эти профессии новые надо, а это сложно. Мы сами не знаем толком, что будет через 12 лет, там, через 10 на рынке, а мы должны на это ориентироваться. Тем не менее, в центре профориентации с учетом потребностей омских работодателей составили топ-50 востребованных профессий. Итак, омскому рынку труда сегодня нужны специалисты сферы промышленности, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения. Конкретно педиатры и терапевты, сотрудники сферы обслуживания – это и повара, и парикмахеры, и швеи. Армию безработных по-прежнему пополняют юристы и экономисты.